Друзья, привет! У нас новая посылочка. Такая бритит что-то там интересное. Давайте посмотрим, что же там. Так. Сразу скажу, здесь не пластинки, не диски. Кое-что очень интересное. А именно медиаторы. Медиаторы, и не просто медиаторы, а медиаторы металлики. Вот их. А, да, и еще палочки. Палочки Ларса Ульриха. Ну что ж, давайте посмотрим поближе. Каждый из них, это наборы, это такой новогодний подарочек. Не открывайте. Так. Это у нас вот такая коробочка. И тут, пойдем откроем. О, вот она. Ок. И тут набор медиаторов. Это медиаторы последнего альбома Металлики. Вот такая красота. Открывается. Это медиаторы Кирка Хэммета, которые лично его. Ну, сразу скажем, что это не игровые медиаторы, а медиаторы, которые, так сказать, подарочный вариант. Так, мы уже знаем, как открывается карточка. Вот. Какая красота. Смотрите. В каждом наборе получается по 6. Здесь у нас 6 медиаторов. Даже вот тут. Так. Еще Хэтфилда. А, то есть, вернее, это как раз Хэтфилда медиатор. Тут было Хэммета. Здесь Хэтфилда. Здесь, я так понимаю, все одинаковые. Интересно. Вот еще медиаторы Хэтфилда. Это с волком должен быть здесь. White Fang. Здесь 6 штук. Так. Что у нас еще тут есть? Это у нас просто медиаторы.
Здравствуйте. Здесь разные, с разным принтером. С одной стороны вот это, а здесь разные интересные это у нас металлика вайшит, ну, этот концертный, получается, концертного альбома. Вы даже есть. Это у нас тоже хэтфилда, папа хэта диатора. Последний набор. Просто это а, здесь альбом, это альбомный набор, то есть здесь каждый навигатор относится к какому-то конкретному альбому Металлики. Justice for All, Master of Puppets, Ride the Lightning, ну да, с другой стороны, соответственно, название альбома. Здесь с SMDM, очень много, ну, то есть все альбомы Металлики. Там мы видим идеально, включая последний гараж Инкорпорейт. Еще один был. Вот. Все, было. Так, и у нас еще две пары палочек. Собственно говоря, это тоже не игровые палочки, а... но он
Варсуви примерно такими же и играют на концерте. Так, это один вариант у нас. И второй вариант. Символом, а здесь просто подписью. Вот такой наборчик пришел на Новый год. Как-нибудь покажу вам свою коллекцию радиаторов и палочек в следующий раз. Всем пока!